Всем привет! Да. Я сейчас покопалась в своих записях и увидела, что у меня нет видео, куда мы ходим к морю. У нас вечерний променад. Не на городской, там центральный пляж, а здесь рядышком. Так что сегодня я вас беру с собой на наш поход к морю. Мы идем с пустыми руками. Камеру вот просто взяла. Просто гуляем вот по нашей аллейке. Здесь убирают траву, все, лист собирают. Осенняя уборка. Здорово. Я удивляюсь, как здесь живут люди в сезон. Вот здание, которое сдают помещение там, вот, например, у нас четырехэтажное здание, вот оно, четырехэтажное здание. Комнат, так, ну что, штук 10, наверное, на каждом этаже, да, комнат там. Ну 30-35 это всяко разная комната. И представляете, вот какие здесь стояночки. Вот куда ставить машину, если приезжают люди? Вот на нашу стоянку входят 4 машины. Но с большущим трудом можно 5 поставить. А тут вот такие вот тут стояночки. И мы все смотрим, ну что здесь творится? А на дорогах-то что творится? Сейчас-то шумно от машин. И даже пробки бывают. А в сезон? Не знаю, не знаю, как тут можно существовать. А, кстати, время. Засеки-ка, 15 минут мы, по-моему, туда идем, да? Ну, таким прогулочным шагом. Ага. Прогулочным шагом. Суставчики у нас болят. Они не собираются успокаиваться. Ну, это естественно. Если уж они заболели, это бесполезно какой-либо им климат. Но если не ходить, если вообще не двигаться, у тебя сердце быстрее откажет, чем суставы. Пусть они нафиг ноют, болят, но мы все равно будем ходить. Я давно уже хотела ходить, начать ходить. И будем ходить. Но зато у нас нет одышки. Во всяком случае, не у нас, а у меня. У меня тоже нет. У тебя, по-моему, никогда ее не было. Я и не была. А у меня-то была одышка. Я с машины выйду, до магазина дойду, 10 метров, я вся задохнусь. Вот она как была растренирована, вот эта вот наша сердечно-сосудистая. А тут какая красота. Иду, суставы болят, вся устала. А дышать легко и свободно. Вот просто легко и свободно. Так что плюс в ходьбе есть. Ну вот по нашим дорогам, где мы живем, конечно, ходить по этим лужам, по камням, как-то вот я поэтому и говорю, что хочу дорожку беговую. Ну, не бегать, а ходить. Просто ходить дома по прямой. Вот этого мне не хватает. Все остальное у меня дома есть. Наверное, завтра, может, послезавтра начнутся дожди. Уже сегодня пасмурно. 20 градусов. Ну, мы уже идем ближе к вечеру. Днем было плюс 22. Сейчас 20. Ни жарко, ни холодно. Нормально. Вот пока все-все радовало. Не знаю, как сейчас у нас будет настроение при дождях. Каково это будет ощущать? Сильно ли будет неприятно или нормально? Будем смотреть. Вообще интересно посмотреть, что здесь творится зимой. Весной, летом и осенью мы уже знаем. А этот год вообще радует многие регионы. Мусор вот такой лежит по всему Краснодарскому краю. Ездит машина и собирает. У кого-то бачки стоят в некоторых районах. Но в основном мешки вот эти везде. Не только в Анапе, не только в определенных местах, везде.
Ну, у них такой сбор мусора. У нас другой. Вот аллейка наша эта очень хороша. Нам так она нравится. Практически до моря. Ага, и до самого моря идет. Вообще у нас так хорошо расположен наш дом, наш номер или наше жилье, как до всего очень близко. Домик продается. Домики. А вот этот домик, кстати, вот домик продается, желтенький. Он стоит на Авито, не поверите, сколько он стоит, 7 миллионов 700. Мы когда увидели эту цену, мы чуть в обморок не упали. Но мы думали, ну 3 миллиона, потому что все-таки Анапа, курорт, ну тут недвижимость дорогая, но чтобы... 50 квадратиков, что стоило, блин, почти 8 миллионов. Это что-то с чем-то. Пойдем так. Пойдем так. Я, кстати, до этого домик что-то хотела сказать, забыла. Вспоминаю, так есть еще один похожий домик. Только цену не знаю. Там где-то дальше. Да, кстати, домов продается здесь очень-очень много. Прям, можно сказать, через одного, через один дом продаю. У нас нет. У нас в городе очень мало продается домов. Практически и не продается. Так только новые, которые строят, застройщики продают. Продают, конечно, но для такого большого города это единицы. Мы продавали дом своего свекра. Ой, просмотров было по 5, по 6 в день. Каждому хотелось купить. А здесь интересно, сколько просмотров в год? Один в год. Достаточно цену посмотреть и все. Тоже продается. Где написано? Беленький. А, да, он продам. Ага. Продам. Тоже такой же малюсенький, и, скорее всего, тоже та же самая цена. Ага. Продаются перспективы, что кто-то купит, построит скворечник и начнет зарабатывать на этом деньги. Угу. А таких людей сейчас все меньше и меньше находится. Прямая аллейка. Да. Красивенькая аллейка сделана. Для отдыхающих. И для нас. Для местных, да? Да. Для отдыхающих и для нас, для местных. Ну, у нас-то вообще шикарно, конечно. Так у нас хорошо выбран номер для проживания. Все рядышком. И вот так вечерний променад наш. Море. Походить, подышать. До сюда за 10 минут дошли. О, за 10 минут. 10 минут на входу. Море практически. Ну да. Набережная. И 5 минут спуститься. Ну да, спускаемся мы не всегда. Когда хочется, тогда спускаемся. Не хочется, не спускаемся. Просто ходим вдоль. Здесь метеостанция. Они нам передают, да? Да, на сегодняшний день. На завтрашний они не знают, а на сегодняшний они говорят, что такая температура, такой ветер.
Да. Вот дорожки, гуляй. Не хочу. Мульча. Сосновая. Сосновая мульча. Добрый вечер. Вот море. Вот. Рыбалка, видишь? Ну, через камеру не видно. Да, через эту камеру не. Ну, хамса. А, здесь уже надо было это взять. Защиту от ветра. 10 лет. Прогулочно, но все с рыбкой. Ветер с моря, ну. А вот чуть отходишь, все, и ветра уже нету. Ну, пойдем. Пойдем. Так я знаю. А, ну да, людям. Что здесь совсем все рядышком. Видите, какая здесь. Аллеечка тоже. Она, скорее всего, относится к пансионату, а может, городская. Ну, все равно. Красивая. Как глухие стены здесь. Или кедр это, или еще что-то. Похоже на кедр. Ну да, не сибирский, какой-то другой, да, кедр. Другой, но похоже на кедр. Вот так вот нам тоже надо брать палки и фигачить. Котики. О, красавчики. Мау-мау. О, мау-мау. Ой ты. Ой, кстати, какой упитанный прямо такой, твердущий. Да, мау. Мау. Они здесь все толстые, все добрые. Ага. Потому что сытые. И все кормят. В прошлый раз женщина шла. С пакетиком. Маленькие пакетики, все, всем кошечкам чего-то давала. То есть, видать, как вечером ходит, гуляет и подкармливает. Вот спуск к морю. Раз, два, раз, два, раз, два. Спускаться хорошо и подниматься неплохо. Нет, я по два шага. Тут мы каждый вечер дышим морским воздухом. И тренируем кардиосистему. Да, и тренируем кардиосистему. А как же? Особенно вверх. То есть не два раза на ступеньку наступать, а так между ступеньку получается шаги очень хорошие. И тренируем хорошо. Что ты говоришь тут? А если я растянусь? Для тебя только здесь. Да. Я даже за тебя еще хватаюсь. Потому что тут арматура уже торчит. И можно себе ноги выломать. Зацепиться и полететь. Я уж привыкла с тобой за ручку ходить. А тут камере сейчас стало больше внимания уделять, чем тебе. Ой, ладно, отключу пока. Вот куда нам надо приходить рыбачить-то. А мы куда-то на платное ездим. А? Красота. Красота. Широта и красота. Он даже. Вот там тут закидывает возле пирса. А, так он. Так он, наверное, и видит, что там плавает. Ну, это она. Она? Ага. Он, наверное, там что-то плавает. Ну, наверное. Кошки. Что-нибудь меленькое, да. Надо посмотреть. Нет, это не она, это он. А, не она. Рыженькая-то. Ага, она. Она что-то как-то это. Здесь все рыбачки вижу, наверное. Угу.
Да, маленькую какую-то рыбку. Пойдем спустимся. Вот винтовая лестница. Вон куда надо нам спуститься вниз. Далеко, далеко и глубоко. Ты меня жди. А то мне одной страшно. Вот, спустились. Ну, купаться может, возможно, и лучше на песочке. А погулять очень даже. Даже поверху-то лучше гулять. Не, ну сюда. Вот, бычков ловит. Тетенька-то. Да, бычки. А, бычки? Ага. Бычков ловит. Вот и нам надо сюда приходить с удочками. Ловить бычков. Раз далеко забрасывать не надо. Так вот она прям. Да, так я вот сверху-то видно было, что. Ага. Прямо. Видишь? Вот и шашлыки жарят. И бычков ловят. Хорошо ведь, 3 месяца. Вот здесь, кстати, нету ветра вообще. Здесь шикарно гулять. Вот только подъем-спуск трудновато, а так гулять очень хорошо. Представьте, вот 3 месяца вот так прожить и дышать постоянно вот этим морским воздухом. Это же прелесть. Это же очень-очень хорошо для нашего здоровья. Но жить постоянно здесь я не хочу. Я сразу говорю, что не хочу. Жару я не люблю. Сильно жарко, чтобы было. Под кондиционером я все лето сидеть не хочу. Нет. Лето хорошо у нас дома. А тут в зимний период. Вот сели мы на камушках. Вот. Вот тут на камушках. И сидим, наслаждаемся. Муж у меня купается периодически. Он сегодня хотел искупнуться. Но, по-моему, сегодня вот самый уже последний день тепла. Ну, так-то тепло будет в районе 20, но будет уже с дождями. Будешь сегодня купаться? Купаться-то сегодня будешь? Не знаю, посмотрим. Сейчас я сначала... Да. Посмотри, тут это камни слишком, может быть. Уйти туда, где? Мы-то ведь не привыкли, что к камням. Ну, да. Выходить сложно нам всегда. Мы, если хотим купаться, мы идем на песочек. Здесь ноги плохо выдерживают. Да, по камням-то нам сложно. Я-то вообще нам говорю. Я вообще не купаюсь. Никак, да? Да, мне и по песочку сложно. Ну, постой в водичке хоть. Не знаю. Я вот люблю по тротуарчикам ходить, по ровненьким, ровненьким. По камушкам как-то вот чего-то вот не очень хочется. Вон сейчас женщину там вот видели, мужчина выволакивал женщину, она тоже, видимо, пошла именно ноги помочить. Так он ее еле-еле-еле оттуда вытащил. Никак она не могла выйти. Кричит, ой, так теперь мне что, вертолет вызывать? Да, да, вот тут хорошо, а вот и стой там. Ну, конечно, это морская стихия, меня это, вот рыбалка, например, или там вот гуляние, как там лодка едет, нет, это вообще не мое. Я боюсь. Я воду боюсь больше, чем высоты. На речках хорошо купаться, где берег видно и где глубины по пояс, там здорово. Ну, вот там и стой, далеко не ходи. Так всю зиму можно стоять. Приходите стоять. Говорю, всю зиму можно стоять.
Прогулялись мы часик у моря. Мужчина тут поплавал даже. Все, поднимаемся наверх. Домой. Все, поднялись наверх. 70 ступеней тут. Не совсем наверх. А, ну почти да. Еще немножко. Два ступени. 170 их. Но вниз спускаться тяжелее. Мне так вот вниз. А наверх проще. Вот как хорошо, да? Подружки. Подружки. Здорово. Одна электрическая, вторая простая. А она ее берет и тянет за собой, да? Вообще классно. Возвращаемся с вечерней прогулки. Точно такой же обратный путь. Аллея первая и наш сквер второй. И маленький загиб от первого к нашему. Что дерево упало? Согнулось слегка. Тоже туя какая-то. Плакучая туя. Плакучая туя. Вот, наверное, тоже вы купили маленький домик. Да, и поставили. И поставили. 4 этажа. И поставили огромный отель. Что, на ту сторону? А, ну да, сразу на нашу улицу. Как же здесь хорошо все-таки ходить. Вот тут плиточки нету. Что за безобразие? Я же все с той стороны ведь проходим. Безобразие. Плохо убрано. Придомовая территория. Облагорожена, то есть плохо. Детский садик. Детки. Вот детки растут у самого Черного моря. Детский сад прямо на берегу моря. Классно ведь. Вот если бы здесь еще была бы работа, да? Цены бы не было таким местам. Ну, трудно выжить без зарплаты. Вот только в магазинах, даже КХ, да? Больше-то куда? Это надо работать на двух работах, чтоб как-то. Ну да, наверное. Вот и наш скверик. 2 минуты и дома. Не, мы засекли 10 минут. Вообще не спешащим прогулочным шагом. Вот в каком хорошем месте. И мы проживем 3 месяца. Да, это Бог, да? Посмотрим, нам самим интересно. Но сейчас прожившего уже вот 20 дней, нисколько дому не тянет, нисколько. Все устраивает. Ну, хорошо, что у нас компьютеры все-таки рядом. Походили, погуляли, поездили, вернулись. Сели за свои компьютеры довольные. И фильм посмотреть, и поиграть, и пообщаться. Здорово. Ну ладно, на этом я буду прощаться с вами.
Хорошую я вам прогулку провела. Куда мы ходим ежедневно к морю? Ну, если мы не на выезде. Но на выезде мы вечерами редко бываем. Вот там мы дышим морским воздухом. Все. Всем пока-пока.